Сегодня концерт сегодня называется «Браво, баритон», и вы услышите арии из «Оберег», лучшие песни из кинофильмов, песни из репертуара Георга Отца, Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля. Весь вечер сегодня для вас поет музыкальный альянс «Петербургские баритоны». Этот коллектив был создан в Петербурге в 2010 году. Вначале состоял всего из двух человек – Александра Пахмутова, который, собственно, является художественным руководителем этого коллектива, и Петра Захарова. Затем стали присоединяться еще артисты, и на данный момент коллектив представляет 10 человек, 10 баритонов. Представьте, какой шикарный был бы концерт. И, кстати, вы, как зрители, можете попросить ребят организовать концерт полного коллектива. Каждый из артистов является солистом, и у каждого своя прекрасная сольная карьера. Но для того, чтобы создавать интересные программы, ребята объединились в коллектив. И сегодняшний концерт мы открываем ариями из оперетты. Тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса прозвучит в самом начале нашего концерта. Итак, встречайте, пожалуйста, альянс «Петербургские баритоны». Владимир Дмитриевич, Александр Пахмутов и Петр Захаров.
Луиджи Денца, композитора, написать такую рекламную песню. Песня была написана, хозяева фуникулера заработали бешеные деньги, пока не стал извергаться Везувий. Фуникулер сломался, но песня жива до сих пор и пользуется огромным успехом публики. Следующий блок нашего концерта посвящен памяти великого баритона, прекрасного артиста, певца Георга Отца. Можно сказать, нашего с вами земляка, поскольку родился он в Петрограде, когда-то петербуржец тоже. И открывает этот блок прекрасный романс, музыка Бориса Фомина, слова Константина Подревского «Дорогой длинную». А исполняет его для вас лауреат международных конкурсов Владимир Питриш.
Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» Имры Кальмана. Для вас поет лауреат международных конкурсов Александр Пахмутов. Считал, что песня невыразительна. Уже потом ее стал петь Георг Отц, а в апреле 1961 года эта песня улетела в космос вместе с первым космонавтом Юрием Гагариным.
Итак, музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Пашонкина. «Я люблю тебя, жизнь» поет лауреат международных конкурсов Петр Захаров. Я шагаю с народы устал.
Yeah.
песня из репертуара Мусио Магомаева, как раз музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского «Судьба». Вот это прекрасное трио было в 70-х годах, три творческих талантливых человека. Арно Бабаджанян, поэт Роберт Рождественский и Мусио Магомаев. Они прекрасно дополняли друг друга. И именно благодаря им родились те прекрасные, величественные, замечательные песни, которые мы с вами знаем. Поет для вас Александр Пахутов. Исполняет Владимир Питериш впервые эту песню. Я любовь пришел.
Thank you.
Лет, наверное, 10 назад, может, чуть побольше, когда был концерт в памяти композитора Соловьева-Седова, репетиция была назначена в Доме радио. Представляете, огромное помещение с высоченным потолком, играет оркестр Горгоменко, артисты приходят и по очереди репетируют свои песни, тут же становятся рядом в уголке, и стоит общий такой бур-бур-бур-бур, никто никому не мешает, ну вот этот шум разговора, он слышен. Эдуард Анатольевич, он приехал фактически предпоследним, он ехал с какого-то концерта и был очень уставший. Он попросил табуреточку, вот это гур-гур-гур-гур, оно продолжается, кто-то там что-то обсуждает. Эдуард Анатольевич садится, он пел песню «Шел солдат». Оркестр заиграл, видимо, сил не было. Он не начал петь, он начал рассказывать историю. И разговоры замолкли. Не потому что, даже не потому что его все уважали, это само собой, потому что пошла история. Пошла история, которую люди увидели перед своими глазами, как шел солдат, как это было тяжело, это было потрясающе. И но для нас это огромная честь, что мы могли учиться у великого мастера. Знаменитая песня «Зима» из репертуара Эдуарда Хиля. Музыкальный альянс «Петербургский баритон». Она свечки сорила, берет
Потому что круглая земля.
Островского, слова Константина Ваншонкина. Как провожают пароходы. Александр Пахмутов на сцене. Солнце в небе и ветра.
перестройка, это наших допорослых на селах и столица. Идет за окнами, шумит за окнами.
годом кино. Но наши любимые песни из кинофильмов, они остаются с нами. И, конечно же, мы с удовольствием в новогоднюю ночь будем смотреть фильм с легким паром и слушать прекрасные песни из этого фильма. Ну, а последний завершающий блок нашего концерта как раз песни из любимых кинофильмов. И открывает этот блок песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова». Музыка Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева. Петербургские баритоны, открывай! Не обещайте, не обещайте.
как не сладок мир поглубный, лежит тревога на челе. Не обещайте тени дуной любови вечной на земле. Не обещайте Стоп! Yeah.
Петербургские баритоны Александр Пахмутов.